Максим, я сейчас доглажу. Сходим с тобой в магазин. А то мне что-то тяжело уже пакеты таскать. Мам, я как бы не против, только у меня немножко гипс. Тьфу ты, ну ты, Максим, никак не могу привыкнуть. Кать, сходишь со мной в магазин? Мам, так я могу же, на коляске. На нее можно и пакеты все навешать, я и довезу. Весь шкаф переискала, нигде не могу найти свой старый блокнот, в который я записывала все свои мысли и то, что происходило за день. Куда подевался? Макс, наверное, опять взял почитать и не вернул. Или ты, Дианочка? Ну-ка, признавайся. Закулемывайся, давай, ну чего? Ну вот опять мимо улетела, ну давай ложись прямо. Кать, я твой блокнот не видела и не брала. Ой, а это не тот блокнот, который у тебя позавчера закончился, и ты его в шкаф туда за вещи положила, чтобы никто не трогал, и никто не видел и не знал, где он. Точно, Дианка, он же у меня закончился. Спрятала, называется. Все видят и все знают. Ты чего с куклой-то делаешь, а? Зачем ты ее запаковываешь в туалетную бумагу? Кать, да я случайно подсмотрела. Бумага, это не бумага, это пеленка. Я больше ничего не нашла. Сегодня это у меня не кукла, а мой попсик. Ясно. Ой, мама же меня звала. Мам, что ты говорила? Я упустила, просто блокнот искала. Кать, да уже и ничего. Мы с мамой сейчас в магазин пойдем за продуктами. Она хотела тебя попросить, но я предложила на коляске все увезти. Так же лучше будет. И тащить никому ничего не надо. Так, стоп. Мама, мне тоже магазин надо. Мне нужно купить блокнот. Блокнот? Ну хорошо, пойдемте все вместе тогда. Сейчас только утюг выключу, и можно идти будет. Только много не выпрашиваем, до зарплаты еще 2 недели. Пойдемте. Так, ну что, пойдемте посмотрим, что тут у нас вкусненького и интересненького продается. Макс, догоняй! Это что такое? Мама! Пожалуйста, мне нужны эти духи. Кать, давай после зарплаты, мне кажется, они дорого стоят. Мама, ну они тут одни единственные. Если их купят, то когда опять привезут в наш магазин? Мама, это сейчас тренд, они сейчас очень модные. Эх, ну ладно, бери. Ура, спасибо, мамочка, ты самая лучшая. А у меня теперь самые классные духи. Ой, а зачем я пришла-то вообще в магазин? Точно, за блокнотиком. Да ну нет. Куруми. Еще блокнотик Куруми. Один розовый, один черный. Круто! Это в один блокнотик можно записывать все плохое, что произошло, а в другой все хорошее. Мама! Пожалуйста, я нашла блокнотик. Только их 2. Но я же просила много не выпрашивать. Ты и так, вон, духи дорогущие попросила. А тут еще блокнотики, да еще и сразу 2. Да еще и вон какие дорогущие. Кать, надо было мне с Максом ехать в магазин, а тебе не брать. Максим вон вообще ничего не просит. Спокойно ездит и ждет, когда мы сделаем все покупки. Да, Макс? А маме не говори. Ей бы только в магазин зайти и все деньги потратить. А это что такое? Глаз! Макс, какой еще глаз? О, крейзи глаз. Мама, купи, пожалуйста. Глаз? Какой еще глаз, Макс? Мармеладку эту возьми, конечно. Спасибо, мам. Я вас не отвлекаю, что насчет блокнотиков, а? Ладно, как-нибудь дотянем до зарплаты. Бери блокнотики и духи. Макс, поехали на кассу. Вау, они еще мягкие такие обложки. Ха, как антистрессик. Так, это будет для хороших мыслей. А это для всего плохого, что со мной будет происходить. Ну, бывают ситуации всякие в школе-то или еще где. Так, возьму ручку и запишу сегодняшний день. Сегодня классный день. Мама купила мне духи, которые я давно хотела. И 2 классных блокнотика. А это хорошие. Значит, иди сюда, блокнотик. Начнем. Сегодня был классный день. Мы с мамой сходили в супермаркет. И я там купила себе духи. А еще этот блокнот. Катя, а какие духи? А покажи, а дай понюхать, а дай побрызгать. А что за блокнотик? Какой классный, Куруми. А это мне купили второй? Катя, спасибо. Ой, какой мягонький, какой классненький. Так, что вы туда записать? Дианка, стой. Нет, это тоже мой блокнот. Мама мне купила 2 блокнота, оба мои. Это как это? Тебе 2 блокнота, еще и духи, а мне тогда что купили? Дианочка, отойди, только не трогай его, ничего не пиши. Тебе не купили ничего, ты же в магазин не ходила и ничего не выпрашивала. Ну и ладно. Я завтра пойду с мамой в магазин. Она мне столько всего купит. И духи такие же, только большие. И блокнотиков 1000. И вообще не ори, у меня пупсик спит. Дианка, ну извини, но мне надо 2 блокнотика. Эх, вот с сестрой поссорилась. Запишу в этот блокнот.
Сегодня из-за покупок я поссорилась с Дианкой. Но ничего, мы же сестры, обязательно помиримся. Тем более она завтра сходит с мамой в магазин и себе тоже что-нибудь выпросит. И тогда мы перестанем ссориться. Дай хоть духи понюхать тогда. Я хоть узнаю, нужно такие мне просить или они вонючие? В смысле вонючие? Да ты знаешь, что это за духи вообще? Если ты так про них говоришь, вообще к ним не подходи. А? Ну и ладно. И не надо мне ничего. Ты мне больше не дружок. И не трогай мой горшок. И не играй моими игрушками. И все, я с тобой вообще никогда дружить больше не буду. Жалко тебе понюхать, что ли? Вот и ладно. Больно и надо. Наконец-то отстанешь от меня. Так, духи. Вау, вот это аромат. Твой два баблгам. Обалденно. Так, это хорошее, что со мной произошло. Запах мне понравился. Я до этого видела их только на картинке, но не нюхала. Нужно записать в хороший блокнотик. Мне очень понравился этот аромат. Это вдвойне здорово, потому что совпали мои ожидания и реальность. Дианка, ты не хочешь понюхать духи? Я могу дать тебе побрызгаться, вдруг тебе они понравятся. Завтра такие же у мамы выпросишь. Если они есть, конечно, еще. В смысле? Я только что тебя просила понюхать, ты сказала, не дашь. Ты просила понюхать? Я не помню такого, может, я не расслышала просто. Дианка, иди. Что, мне жалко, что ли? Ладно, спасибо. Вау, вот это аромат. Катя, а можно в школу хотя бы брызгаться буду? Капелюсечку. Да, конечно, Дианка, брызгайся, сколько влезет, пока мама тебе такие же не купит. Круто, 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 спасибо, сестренка, ты у меня самая лучшая. А это уже что-то хорошее. Запишу в блокнот, что я помирилась с сестренкой. Так. Тогда в том блокнотике надо все зачеркнуть или страничку вырвать. Или как быть-то? Там было плохое, но уже прошло и стало опять хорошим. Что-то я вся запуталась. Ладно, зачеркаю тогда. Плохое было, но прошло. Брызну себе в шкаф, чтобы у меня все вещи приятно пахли. Что там такое? Диана, что ты творишь? Диана, отдай немедленно! Кто тебе разрешал трогать мои духи? Они же дорогущие и вообще не мои. Брызгает тут. Полфлакона уже выбрызгала, наверное. Катя, ты мне сама же разрешила. Сказала, бери сколько хочешь, пока мама тебе не купит. Ты чего? Я так сказала? Да я не могла такого сказать. Ты чего? Опять без спроса взяла и брызгает. Еще врет нагло. Отдай сюда. Да что с ней такое сегодня происходит? Я не знаю, с ума что ли сошла от своих духов и блокнотов? Мама, мама. А Катя мне не дает духами ее побрызгаться. А еще она купила себе два блокнотика. Я думала, мне один отдаст. Она ничего не отдает. И вообще она какая-то злая стала. Надо было ей ничего не покупать, она со мной дружить перестала. А? Это на нее не похоже, Диана. Я не знаю, может, ты не в настроении? Подожди немножко, может, ее обидел кто? Ничего не знаю, завтра же купишь мне такие же духи и такие же два блокнота, ладно? Дианка, хорошо, посмотрим, сходим с тобой до магазина. А так, вы же девочки, если вам обоим понравился запах, ну поделитесь друг с дружкой, брызгайтесь обе. А я и не против, а она мне не дает. Ладно, сейчас с ней поговорю, Диан. Кать! Ты чего Дианке не даешь духами попользоваться? Ну не жадничай. Вместе используйте, потом опять такой же купим. Тем более ей тоже запах очень понравился. Не дам ей ничего, это мои духи, мама, сколько можно? Ну сестра она мне, у меня должны быть личные вещи, я не знаю. Купи другие духи, не надо и такие же, как у меня. Будем одинаково пахнуть. Фу, нет, ты это не делай, это мама, нет. Да Кать, ты чего? Не с той ноги встала что ли? А? Кать, чего ты там все пишешь? А? Кстати, и блокнотика могла бы поделиться. Ну куда тебе два? Они вон какие толстенные. Тебе за год не хватит все уписать. Нет, мама, не трогай, мне нужно два. Мама, да не открывай. А что там, Катя, у тебя секретики какие-то, что ли, а? Ну от мамы-то зачем скрывать? Да не секретики, я просто записываю. В этот блокнот все хорошее, а в тот все плохое. Что со мной происходит? А чего ты вообще зашла-то? Хочешь духи дам понюхать? Знаешь, какие классные, такой аромат. Я и Дианке разрешила, сказала, брызгайся сколько хочешь. Ой, кстати, а где она? В смысле брызгайся сколько хочешь? Ты же мне только что сама сказала, что ни за что в жизни не дашь ей попробовать свои духи. Не брызнуть, не понюхать и вообще, чтобы она купила себе другие, с другим запахом. Ничего не понимаю. Что с тобой происходит? От покупок голова, что ли, закружилась? Вот больше ничего и не куплю тогда, раз с сестрой так себя ведешь. Да мам, да когда, да... Да не было такого, вы чего? Ну вот еще и с мамой поссорилась. Это тоже плохое, что со мной сегодня произошло. Кать, дай понюхать духи. Я хочу знать, чем теперь будет пахнуть вся квартира. Макс, отвали, тебя еще не хватало тут. А? Ну спасибо, а чего сделал-то? Дианка, а чего с Катей? Может ты знаешь? А то она как собака злая.
Не знаю, Макс, я сама уже из комнаты ушла. Она мне жуть как надоела. То добрая, как вся никакая. Дианочка духи понюхай, Дианочка тут, Дианочка то. То как с цепи сорвалась. Отойди, не трогай, я тебе не разрешала. Как будто у нее память стала, как у рыбки. На 3 минуты. Помнит, потом все забывает. И бегает по своим блокнотикам. Туда запишет, сюда запишет, туда запишет, сюда запишет. В один все плохое, другой все хорошее. А, эти блокнотики-то один черный, один розовый. А черный для плохого, розовый для хорошего. Ну ничего, пусть пишет, сейчас пропишет. И мириться со всеми пойдет. Чего она одна-то будет? Поругалась с братом. Так ему и надо. Нечего ходить в комнату. Вообще без стука зашел. Может, я тут голая, вообще стою, переодеваюсь. Да и вообще, этот брат меня... Еве позвонила, сказала, не будет первого урока. Физкультуры. Это очень классная новость. Запишу в хороший блокнотик. Так. Чего? Будет контрольная по математике. Ну это и не хорошо, и не... Я же вообще не готова, я эту тему вообще не поняла. Так, а это уже плохая новость, запишу ее в плохой блокнот. Ну, Макс, подсмотрел, что он там делает? Как у нее настроение улучшилось? Дианка, да тут что-то не так. Она стоит над черным блокнотом. Злая, черная как туча, как этот блокнот. Потом что-то произойдет, и она такая, оп, и к розовому. К розовому подойдет, такая добрая, вся цветет и пахнет. Потом опять что-то, оп, и она к черному. И опять злая, как черная туча. Потом опять к розовому, и опять цветет и пахнет. Я не знаю, что это такое. Блокноты, блокноты. Так может, вот в чем дело-то? Черный блокнот, где все плохое, излучает негативную энергию. Катя ей сама заряжается, когда его открывает. И становится злая на всех. А когда происходит что-то хорошее, она открывает хороший блокнот. И оттуда уже энергия положительная. И она уже вся добрая. Нужно проверить эту теорию, только я не знаю как. А я знаю. Я сейчас пойду и выкину этот черный блокнот. И тогда у нее всегда будет, как ты говоришь, положительная энергия. И негде будет брать плохую. Только тебе нужно ее отвлечь, чтобы я смог это сделать. Иначе подеремся там, пока я у нее блокнот отбираю. Хорошо. Катя! Катя, помоги, пожалуйста! Да что еще этой мелкой надо? Достала уже! И правда, злая-призлая. Ну-ка иди сюда. Извини, негативный блокнотик, но ты нам не подходишь. У нас семья дружная, за тебя все ссорятся. Так что надо вынести тебя на помоечку. Диана, в смысле как пульт переключить? Ты что, все кнопки позабывала? Хватит меня просить по такой ерунде. Младшая сестра меня уже достала. Пойду запишу в свой черный блокнот. А где он? А где Куроми? Мой блокнотик новый. Этот главный на месте, а того нет. Чего не понимаю, как будто с памятью что-то стало. Посмотрю, что последнее я записывала. Так, ну тут все нормально. А что-то было плохое же еще, я записывала в черный блокнот. Но он куда-то исчез. Ничего не понимаю. А, ну сходи, Катя, ну скажи так, ну так надо. Мы потом тебе все объясним. Ладно, я ничего не поняла, но скажу, как вы хотите. Потом все расскажете. Кать, мне пришлось сдать черный блокнот обратно в магазин. Мне позвонили, сказали, оплата по карте не прошла, денег не хватило. Но у тебя там было записано пару листочков, я их вырвала, выкинула, а им отдала, как будто новый. Ну ничего, потом я тебе куплю, ладно, зарплаты. А, да? Я уж хотела на Дианку или на Макса, или на Даника ругаться. Думала, они взяли. Но ничего. Спасибо и на этом, мам. Духи и блокнотик очень классные. Кать, ты духи, говорят, купила. Дашь понюхать? Духи? Да, конечно, Дианочка. Вот, подходи сюда. Хочу, я тебя брызну даже. Ага, хочу, давай. Ну вот, моя теория оказалась верной. Все дело в этом плохом блокноте. Как хорошо, что теперь его нет. И Катя будет опять такой же нормальной. Добрый. Ну, не всегда, конечно. У всех настроение меняется по-разному. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Приветик, Милана. Приветик, София Мофи. Приветик, Гном Лайф. Приветик, Аньке Сметанке и Катюшке. Приветик, Кате. Приветик, Сунай. Приветик, Алиева и Ера. Приветик, Муслиму Драка. Приветик, Алина. Приветик, Анфиса. Приветик, Динозаврику. Приветик, Тики Вики. Приветик, Мия. Приветик, Айсуре. Приветик, Миле Малине. Приветик, Фатиме и Самире. Приветик, Диане, Кате и Максу. Приветик, Мирославе Печенюшке. Приветик, Марьяме Слега. Приветик, Лия. Приветик, Николи и Твиксу. Приветик, Эрике. Приветик, Даше и Ане. Приветик, Пельмешке. Приветик, Севе. Приветик, Боссу, Сашеньке. Приветик, Оле Сигме. Приветик, Маше. Приветик, Ангелише и Анютке. Приветик, Снегу. Приветик, Амире.